Всем привет! В данном ролике расскажем, как мы сходили в путешествие по Ладожскому озеру на остров Валаам. Валаам находится в северо-западной части Ладожского озера. Вокруг жают 200-метровые глубины, поэтому путешествие на Валаам на маленьких ПВХ-лодочках достаточно опасное предприятие. Приехали в Карелию, началась нормальная дорога. Вот здесь я еще не был. Вот Березово там было, мы в Березово были. О, катера поехали. Ну что, короче, хорошая дорога кончилась. Начался ведь грейдер. 13 километров вот по такой вот, вот такой жопе. Ну, правда, леса тут, красота. Да, Сашуль? Ну вот, видны шхеры уже. Видны шхеры. Ладога, вон она впереди. Ладога! Найдем мы Женю, не найдем. Сейчас узнаем. Ну вот, видны шхеры уже. Ну что, вот мы приехали. Одну лодку уже накачали, вот вторая. Эта лодочка, этот мотор еще не видела. И мотор эту лодочку. Скажи что-нибудь, господа водомоторники. Для канала, давай. Ну, говорят, короче, на Валаам на таких лодках не ходят. Но мы сейчас попробуем это опровергнуть, либо доказать. Заодно сейчас посмотрим, какая лодка на волне все-таки лучше. Поелка нас молодыми. Поелка лучше или НДНДшка? Ну, видишь, чем хорошо она сама собирается, да? Ну, пойдем помой. Ну что, короче, вот мы собрались. Лодка груженная. Саш, повернись. Саша, посмотрите, лодка груженная, короче, полностью. Шмотки, эхолот. Целая, посмотри, покажи. Целая вещей. Там Женя. Сейчас выйдем на глист, попробуем. И пиво 3 литра. Сделай музыку тише. Вот так вот здесь. Так, сейчас я посмотрю, где мы находимся. Еще раз. Так, ну что, где мы сейчас находимся? Так, сейчас. Соответственно, Валаам у нас вот здесь. Ром, повернись хоть. Ну что, ребята, палатки ставят. Вон там Саша, вон там Женя. Вот Сузука. Вот Ямаха. Вот так вот мы отдыхаем. Вон там лодочки. Завтра, возможно, поедем на Валаам, если получится, конечно. Если погода позволит. Глубина 17 метров. Вот скалы. Вот там вот открыта Ладога, вот за теми островами начинаются 200-метровые глубины. Я не знаю, что меня может остановить от того, чтобы пойти завтра туда. Не знаю. А? Я хочу своим подписчикам показать, насколько я крут. Чтоб знали, блин,
кто тут папа? Короче, если ролик выйдет, значит мы доехали. Нет, и вернулись. С Валаама отправить не получится ничего. Нет, надо чеку вытрянуть, надо остановиться. Ну что, сейчас собираемся. Короче, решили все-таки пойти. Ладно, там разберемся. Главное, что бензина хватило и зарядка была. А там уже... Хороший комментарий. Отличный комментарий, говорю. Ачхер, глубина, короче, 60 метров уже. Рыбу показывать, не знаю, наверное, вряд ли это рыба. Хотя фиг знает. На ней это самое, по-моему. Не, ну у вас скорость какая. Так а зачем жарить-то? Идти и. Короче, отошли мы немножко уже Ачхер. Глубина здесь 123 метра. Так, вот мы вот здесь сейчас. Вот мы вот здесь. Никто не хочет удочку закинуть 124 метра. И рыбу показывают просто немеренно. На глубине. Блин, рыба, смотри, просто жесть сколько. Может, потроллим? Да это, мне кажется, это не рыба, блин. Да я шучу. Ну, в общем... Как-то так. Показывает рыбу, но хрен знает, рыба не рыба. В общем, как-то так. Идем на Валаам. Кто-то говорит, что мы безумные, но... Все, короче, решится чуть позже. Да, Саш? Так, ну что, ребят. Вон он, Валаам. Вон он уже. Приближаемся к нему. Приближу. Вот, Валаам. Вот мы где находимся. Вот мы где находимся. Шли мы вон оттуда. Вот там острова. Подколбашивает немножко. Вот так вроде ничего идем. Глубину не посмотреть. С эхолотом там беда случилась. На 200-метровой глубины мы прошли. Короче, здорово здесь. Да, Саш? Сейчас погребет вот этот маленький мальчик. Передавай прикид подписчикам. Привет, вы идете или стоите? Прием, прием. Сейчас у нас нам надо будет бак переключить, и Саша порулит. Сейчас, давай. Приплыли на Валаам. Вон там, вот мы на Валааме. Два метра глубина, 18 градусов вода, тепло. Чё, Жень там застрял?
Мы на Валааме! Ура! Че, утро на Валааме? Вон Саша спит. А, ну я сейчас все сниму, что мне? У меня еще зарядку показывает, целая зарядка хотят. Так, вот наши корабли. Ну, вчера по тихой погоде было, ничего сложного не было, а вот обратно. Ну хотя обратно, если до вечера, тоже нормально будет. Там такие вот. Вот водичка чистая здесь, просто вот чистая водичка. Вот там вот открытая Ладога, от оттуда мы вчера пришли. Сейчас еще поснимаем здесь. Вот наш лагерь. Ну чё, мы все-таки дошли. Сейчас покушаем и пойдем изучать остров. Так, ну, в общем, короче, как показала практика, вот на такой лодке, ну, типа вот типа НДНДшки легкой, можно со шмотками, со всеми делами уйти вот на острова вдвоем. Но, опять же, все на пределе было. То есть там я взял, потом сначала попробовал без пива, потом загрузил немножко пива. И все, короче, и 17 км в час. Вот это пиво как раз и не дало выйти на глиссер. Первый раз, да. Пиво выпили и полетели. Нет, ну смотри, если пиво не брать, то в принципе нормально. 23 км в час, в принципе, мы шли вчера по тихой воде. Но по расходу я тебе могу сказать, что на этом моторе пятнашки, что на восьмерке, если идти с одной скоростью, расход примерно одинаковый. То есть, в принципе, я не могу сказать, что пятнашка жрет больше, намного. Но, как бы, я, правда, еще катался. Так, объективно сложно сказать, насколько разница. Можно отсюда выходить. Вообще, вот, нормальные люди вот на таких вещах сюда приезжают. А такие ненормальные, как мы? Вот такому волна не сильно страшна. Колбасить будет, конечно, но... А мы приходим вот на таких кораблях. Видишь, у него, смотри, там, у него пятнашка Ямаха. Сейчас посмотрим. Тридцатка. Тридцатник у него, тридцатка. Это фальшборд сделан. Слышишь? Ну что, собираемся потихонечку. Сейчас поедем изучать местные окрестности. Поедем изучать местные окрестности. Вот здесь вот мы были. Лагерь, конечно, лучше. Ну что, пошли вокруг или туда пойдем? Туда пойдем? Или туда?
какая дура идет. Стартовалу пошел. Наверное. Я думаю, он на сортовалу, скорее всего. Да, гидроцикл, знаешь, такой, блин. А, так значит, он оттуда пришел, значит, там эта бухта и есть. Монастырская. А можно на яхте там, нет? Маломерное судно, если у тебя маломерное судно. Считай, Катя, считай. Раз ездит, вон еще один. Куда мы тут попали-то вообще? Ну что, ладно, давайте трогаем. Так, ну вот мы уже вот по ходу сам монастырь. Вон сам монастырь. А, да-да-да, это просто... Да мы видим, что вы. Кораблики. И хочешь же селфи на фоне корабля? А? Будешь будет скажешь? Что нас еще до сих пор не скрутили тогда? А, он приезжает в эти статуи. А вон лодочка у него маленькая для этих самых. Че, где надо где-то припарковаться, может, не? Можно быть здесь. А пошли, слышишь, может под мостом там пройдем, припаркуемся или не пройдем? Я думаю, что мы пройдем. Удачи тебе. Да-да. Сейчас я мелководник включу. Вот мы пришли, такую бухточку тут. Скажите что-нибудь, бойцы. Вот наши корабли уже, видишь, люди уже интересуются, как мы все-таки сюда дошли. Не вау-эффект, но все же. Да. У кого-то там 175-я Сузука, у кого-то вот тут такие вот маленькие дырчики. По местным меркам. Ну да.